Начинаю идти и замечаю, что вот здесь лежит плитка. Она уже заросла, причем так нормально заросла. Вот звезда, выложенная кафелем, ну, этой плиткой такой декоративной. То есть вот тут самая плитка. И вот здесь идет следующий домик. Сегодня, блин, да что ж такое тут двигается, да? Я, кстати, тут хожу, блин, я опасаюсь, как бы здесь не было всяких, знаете, там, змей вот этого всего, блин, потому что я помню, видео-то посматривал одно. Заходит человек в заброшку, а там, бац, змея ползает. Причем не где-то на улице, а вот прям в доме, блин. Я такой, ух, ни хрена себе, обосрался. Сегодня в лагере. Пионерская комната, клуб, видать. Так, дела отрядные. Ну, вот сюда бумажки, видать, вешали. Ну-ка, видно все было на камеру, да? Вот. Бумажки сюда вешали. И, собственно, знали всю информацию. Пехота Красной Армии. Военно-историческая миниатюра. Я, кстати, вам скажу, почему. Книжки все эти лежат. Никому они не нужны. Потому что воры не читают. Я вам скажу, что вот эта вот штука есть только... Сейчас, ну-ка, давай, на свет. Вот эта штука, ну, понятно, бумажка, что-то на бумажку показываешь. Но я скажу, что вот эта штука есть только в рационах питания индивидуальных, ну, то есть в сухпайках. Потому что, откуда я знаю, потому что я сухпайки... О, икра кабачковая, я же говорю, ну, что такое... Я, так сказать, сухпаи иногда люблю покушать. В оружейном магазине их иногда беру. Вон газета. Дорогами боевой славы. 7 мая 2015 года. Вот. Так, тут есть картинка самолета военного. Вот. А тут у нас плакат. А тут вентиляция, вот плакат. Тут коза хлопота, деньской занята. А, ну, короче, про козу здесь. Про козу. Вот такой у нас самолетик. Представляю, кто тут спать ночью, когда ты такой в лагере, ну, понятное дело, атмосфера, все дела, ты такой засыпаешь, и у тебя над башкой вэм, вэм, вэм. Так, а как сюда пройти? Все заросло, блин, уже кусты какие-то стоят. Я там, кстати, что-то вижу такого интересного. Давайте, а, ну вот. Что-то тропинка как будто протоптана. А, ну не тропинка, а здесь просто растительности меньше. Вот. Тут что-то погнило. Кстати, там какое-то здание идет. Причем как будто оно... Знаете, такое... А, ну сейчас посмотрим. Я отсюда не очень вижу с деревьями. Но вижу, что оно деревянное. Так, главное не провалиться. Вот, смотрите. Запретить милитаризацию космоса, вот что. Плакаты настенные прям. Ленинскому техническому субботнику. А здесь, я смотрю, может быть здесь так, кресла какие-то стоят. Может здесь были вожатые, кстати, сидели. Почему нет? А хотя, может быть, они там сидели. Может быть, это просто комната. Так, хорошо видно, ну-ка сфокусируемся. Должны смеяться дети и в мирное мире жить. Но это, походу, уже современный какой-то плакат. Не похож на советский. Убрать из нашей жизни бюрократизм. Ну-ка, сейчас я вам сфокусирую. Местничество, волокита, волюнтаризм, стяжательство, инертность, карьеризм, показуха, хамство, келейность, неустойчивость, некомпромисс... Некомпетентность. Во, некомпетентность, ё-моё, такое слово, да. Знаю. Тщеславие, самомнение. Как будто прочитал плакат
не с нашей планеты вообще. Зная сегодняшних, блин, людей, это не про них. Перестройка. Ну, конечно же, все это случилось после перестройки, когда они стали не такими. А вот, кстати, какие-то плакаты. Вон, я еще смотрю. Это не лагерь, это что-то... Вон, видите? Сейчас так фокусируемся. Тоже что-то интересное. Больше продукции лучшего качества с наименьшими затратами. Все написано. А там что-то какой-то митинг показан. Бутыльки опять какие-то валяются. Мусор. Может, кто-то был. Ну, в общем, вот такие вот здания. Здесь какие-то маленькие еще стояли, но они разложились уже. Вот, пойдем к следующим. Дошел я до следующей площадки зданий. Тут их 3 штуки. Вон там, кстати, за деревом еще было одно тоже маленькое здание, но оно сгнило, и знаете, как будто его... Там канава есть, и как будто, знаете, его в канаву скинули. Вот, такая ситуация. Ну, давайте пойдемте, наверное... В какое здание мы пойдем? Центральное, скорее всего. Центральное здание пойдем, разумеется. Корпус 3. Кстати, я вам скажу, что живее всех живых выглядит это здание, несмотря на такую плачевность. Ящички всякие. Так. Опять пол. Все провалилось. Но внутри опять какая-то плашка валяется под типа огнетушителя. Но внутри пол сперли уже. И, скорее всего, здесь дискотеки, может, какие-то были. В общем, здесь, я думаю, навряд ли были спальни какие-то. А может быть и спальни, хрен его знает. Здесь пола тоже нет. А вон там, кстати, вон там. Так, фокусируйся, камера. Вон там, кстати, видите, шкафчик стоит в той комнате. Пойдемте-ка, потом посмотрим вон туда. Тут, вон, вот, видите, пол. Я думаю, если я на него наступлю, я провалюсь. Опа, и опять самолет я слышу. Скамейка какая-то импровизированная стоит. Да, вот, я хожу, и у меня весь пол трясется. То есть, блин, я так смотрю, еще немножко, и этот пол просто уйдет под землю. Смотрите, как интересно сделано. А тут, вот сюда, знаете, как будто здесь какой-то памятник, что ли, стоял. Как будто памятник снесли. Все может быть. Так, а это, да, это у нас, ну не знаю, борщевик это или нет, но похоже, конечно. Ну хотя, не похоже это на Сосновского, я видел борщевик Сосновского, это капец, он там вырастает вообще. Я вам его в Гагаринце показывал. О, на окне написано Adidas. Кто бы сомневался. Это уже в 90-х, скорее всего, наклеили. А вон, кстати, дверь. Блин, а тут хрен залезешь, я вам скажу. Блин, тут этого борщевика понаросло. Кстати, тут даже дикая малина растет. А вот видите, здесь был вход, а он, блин, зарос. Ладно, сейчас попробуем подняться. О, видите, уже... О, понеслась. Вот эта штука, уже все, можно ее оторвать. Уже... Нормально так сгнило. Ну-ка. Так, это еще ничего. Главное, не пиздануться, блядь. Она, кстати... Ой, блядь. Она, блядь, я скольжу. А она, кстати, закрыта, эта дверь. Блин, слушайте, я очень хочу добраться до этих ящичков. Ну, до шкафчика этого. Может, там что-то будет. Откуда мы знаем? Так подумаешь, а шкаф стоит, что там может быть? Ну, хотя, видите, пола нет, как бы, он там стоит, никому не нужный. Мало ли, это что. Кстати, видите, тропинка вытоптана. Тут кто-то ходит. Причем ходят группами. Ну, не один человек тут явно ходит, один человек как бы не натоптал. Так, а тут тоже уже прогнило. Ступеньки уже прогнили. Так, забрался. Шкафчик. Вот, и давайте внутрь пойдем.
Тут у нас лежит матрас с подушкой. Офигеть, сохранились как. Лежит бутылка пойла. Спивайтесь нахрен. А потом, когда вы сопьетесь, мы ваш лагерь нахрен. Вот такие руины будут. Пейте на здоровье, товарищи. Неверные вы дороги пошли. О, здесь пол, кстати. Здесь полное удивление, кстати. Хорошо выглядит. Его помыли, прям как будто вчера положили. А, ну здесь уже не так красиво. Слушайте, а вдруг здесь реально спальни были? Смотрите, растения уже растут. Видите, тут песок. То есть на песке все это делали. Всю эту шнягу. Кстати, а я пойду не по этой штуке. Вон, видите, блин, сейчас сфокусирую. Я пойду вот по этим балкам, чтобы, так сказать, не провалиться никуда, блин. Буду наступать на менее такие места. Так, тут так вот шкафы. Не, тут, походу, спальни были, слушайте. Возможно. А, слушай, стоп, это, смотрите, это следующее здание, вот это. Вот. Это здание тоже следующее. Блин, мне послышалось, что тут уже ходит, блин. О, что-то есть. Так. Сейчас я прочитаю. Подготовка к ретро, КВНу, закрытие лагерной смены, отъезд. А, отъезд. Отъезд навсегда. К сожалению. Ну, для кого-то. А мне, сталкеру, или, так сказать, урбан-туристу, эти места, ходить по ним самое удовольствие. Вон, журнальчик еще какой-то... А, ну бумажка. Журнальчик. Кстати, тут журналы были. Я на фотографиях видел. Причем именно журналы. Не какие-то там, знаете, бумажки там какие-нибудь, плакаты, а именно журналы. Стрелки какие-то. Так, ну ладно. А следующий, кстати, вон там комнатка. Вот. Кстати, дверь кто-то положил, чтобы туда добраться. А что, пойдемте? Так, так. Дверь. А она выдержит меня, блядь? Ну, должна, по идее. Хотя, блин, не знаю. Давайте как-то по-другому сделаем. Вот видите, балка есть. Вот она на кирпиче расположена. Вот. Вот, аккуратно, блядь. Блин, вот это, блядь. Ёкарный бабай. Так, секундочку. Называется, по заброшкам лазить, надо быть и экстремалом, и, блин, и альпинистом, и тому подобное. И следующее у нас вот такая вот деревяшка. Сказали, блин, что ты там деревяшку показываешь? А тут что-то написано. Тут написано 1953 год и нарисован крест гробом. А что у нас в 53-м году произошло? Ну, наверное, умные люди меня поймут. Декоративные тарелки, расписные кухонные доски. А, ну это хохлома. В общем, славянская вот эта. Русская хохлома. Лежит газета. Конечно же, надо узнать год. 96-й год. Газета, она уже вот так в таком состоянии. Электроника, все дела. Зомбоящик еще круглый. Вот, кстати, то самое здание, про которое я вам говорил. Вы видите? Вот это здание, вот видите, оно разложилось. Он фундамент его. И его как будто, знаете, спихнули он туда в канаву. Так, дверь. Вот тут защелка. Закрыто. Вон, видите, опять все сгнило. А там, кстати, вон, я смотрю, в канаве тоже мусор валяется. Ну что, назад пойдем? Да, пойдем назад. Опять так же. Пробираюсь через эту всю... А вон и борщевик сосну. Ой, лягушка прыгает. Вот еще одно здание. А, это я вам показал уже. А нет, там тогда другое было. Значит, это еще одно здание, которое свалили. Вот еще один корпус. А борщевик Сосновского я вам покажу, как он выглядит. Вот, пожалуйста, вот он, борщевик Сосновского.
опасная хрень. Ну, не сам сок опасный, а опасное именно то, что... Блин, опять прыгает возле меня. То, что когда сок падает, солнце и все, и ожог. Вот он здесь растет. В Московской области он запрещен. Я нахожусь в Московской области, я нахожусь не в Тверской области. В Тверской области, кстати, таких строений ни хрена не найду. Вообще, что там какой-то самбат в интернете есть. Но это на Урбане, а там информации про него хоть есть, но местоположение сами, понимаете, никто вам не выложит. Завалено так. Шкафы. Не, это точно спальные все. Только почему-то они какие-то, ну, они общие. То есть были в этом лагере спальни. А может и не спальни нет. Ну хотя, вон, видите, мы же видели матрас. То где все кровати все? Ну кровати, скорее всего, все на металл пошли. Я же говорю, тут написано, что КАМАЗами вывозили. Что тут вывозили? Вот будет интересно, если мы тут бункер найдем. Это будет очень интересно. Здесь, видать, просто была комната. Какая-нибудь приходил сюда, и можно в окошечко посмотреть. Красота! А было бы все это более-менее, было бы еще красивее. Комоды какие-то. Так. Это лестница, что ли, типа? Не, это типа шкаф был. Такой открытый. Только полки куда-то уже все сперли. Так, а вот тут у нас крыша протекает. Он, видите, все, пошло, поехало. Крыша у нас протекает. Еще немножко, пару лет, и здесь будет дыра. Романь, Роман, Кристина, Любовь. А, ну, понятно, это Синькова, Forever. Ну, что год-то не написали? Или что, 2009, что ли? А, 2005, нифига себе, 2005. Стоп, 2005? А что, он уже был, он уже это, что был? Здесь же охрана была, нахрен, какой 2005? Здесь были Настя, Вова, Хома, ну, короче. Молодежь веселилась, резвилась. 2005 год, кстати. И эти надписи, кстати, сделаны все 2005 года. А вот еще одна такая комнатка. Вот так взял, здесь присел и смотришь. Ну, правда, сейчас все заросшее уже нахрен. Так, а давайте посмотрим. Там что-нибудь есть? Там лес, что ли, у нас идет? Все. Там идет лес. И там идет лес. Ну, все, собственно. А вот, кстати, дверь. Вот тут защелка вот так делаем и... Ну-ка. Блядь. О. А это мы закрыли, что ли? Или нет? Блин, дверь, она что, заклинена, что ли, блин? Понятно. Ладно, давайте перейдем к следующему зданию. А вот следующее здание у нас тут, в котором мы не были. И тут, кстати, я так смотрю, часто катаются машины. Блин, оно так все заросло, блин, ё-моё, хрен проберешься. Ладно, давайте в него потом зайдем. Там что-то... Вон, смотрите, что идет. Еще идет следующее здание. Вот такая у нас дорога. Зданьице, зданьице. Второе. Блин, не пройти, не проехать. Все заросло. Пробираться только через кусты эти дебильные. А вот, кстати, еще какое-то здание. Блин, а где это... Или, может быть, это не бассейн и было. Но, блин, я же читал, что здесь бассейн где-то должен быть. Или это я про другой лагерь читал. Фу, я уже запутался, блин. Так, смотрите. Вот тропинка. Тут кто-то протоптал вот сюда. Туда что-то не заходили. Открываем. Здесь, кстати, все из бетона. Зафигачено. И знаете, так сразу запах сырости такой бросился сразу в нос. Тут у нас всякие тряпки. А что-то песок делает. А, это осыпалось. Все, спается. Гниет. Вот, крыша, кстати, провалилась уже. Тут у нас... Короче, блин, здесь журналы валяют. О, кстати, во. О, смотрите, а здесь комнатка-то еще более-менее. Только вот так, вот это... Дверь дергать не стоит, потому что, блин, именно эта дверь
ИЗО. А, ИЗО, понятно. Тут, короче, был кружок, тут дети рисовали.